Урок мужества прошел в Одинцовской школе номер один. Его провели депутат окружного совета от партии «Единая Россия» Оксана Романовская и участник СВО Александр Тарасов, председатель окружного совета ветеранов органов внутренних дел, подполковник в отставке. С началом спецоперации отправился на фронт добровольцем. На уроке мужества он рассказал школьникам о своем боевом опыте, а также о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны и советских граждан, исполнявших свой воинский долг в горячих точках.